И уголь измельченный. Измельченный уголь. Его в уголь как-то... А, мне вот для этого надо будет, да? Ну ладно. Для пороха мне это не надо. Так. Алюминиевая смесь. Блин, жалко, тинкера тут нет, чтобы сделать свою любимую. Так, все. Ой-ё, этот. Черепа. Слово, еда. Еды много. Это. Сафари нет, уже пора разбирать. Так, это что такое? Дневник путешественника. Его, по-моему, надо читать. Ну и хрен с тобой. Тут глазик, этот, косточка, это еда. Так, сколько у нас черепов? Мало, больше надо. Так. Эти разобрать надо. Значит, там дают всякое полезное. Так, а сломанный спаунер. Это для него. Зомби, паук. А, не разбираются на что-то. Аскраб. Аскраб это интересно. Так, спаунеры у меня вроде бы тут где-то живут. Паук, скелет, зомби. Покела не охота, это не охота тратить. Это надо. Давайте эту. Ах, ничего не получили. Так. Ну, судя по всему, я уже, наверное, устал, потому что уже мозги и что-то запотели. Так, мало. Тут железо как-то, блин, уберись. Железо как-то оказалось не там, где надо. Так, один уголек есть, мы его могем вот сюда, потому что мне надо сталь. Так, сталь мне надо, поэтому давай сюда, железо сюда. И железо выращивать надо. Так, 64 мука. Светокамень не тут. А, муку надо пережарить на хлеб. Правильно же. Что он у меня валяется-то? Во. А, то есть из тебя вышло вот это, да? Хорошо. Ну, вот это, блин, солнечная панель мне нравится. Она работает... Очень много. Так, что у нас по железу? 18. Тут... Ладно, 18, так 18. Хлеб, его надо перепечь. Получить эти тосты. Что у нас там по тостам? Нету тосты. Хорошо. А и то он может жарить одновременно? Нет. Ну ладно, это тогда уже после всего. Ладно, а с этим ты что сделаешь? Скраб. А типа камень и это разобрать не можешь. А если из хлеба? Скраб только получить могу. Так, это мы не изучили, наверное. Муку. Ага. Запоминает это все, что тут надо изучить. Восемь. Если так. Тинг. Но она все равно по три жарит. Все. Спасибо. Так, 64 жарит. А, еще 27 муки есть. Ну ладно, это мука, это не проблема. Так,
Сюда, а ее жрать-то можно? Нет. Так, обновим. Тосты, два тоста. Вот это сделать. Так, а тосты можно skip usage. А, с ним уже ничего сделать нельзя, да? Ладно, тогда обновляй. Маловато как-то. Ну, более-менее. Надо, наверное, с собой затуить морковку таскать. Вы не употребляли это. Ай, блин, тут же... Ясно, вспомнил. Тосты. Надо разнообразнее, повкуснее еду делать. Вот в чем дело. 27 муки. Давай делай. Так. Ладно. На сих, наверное, все. Если что, как-то по-другому стреляет. Извините. Если что, пишите комментарии, ставьте лайки там. Ну и все прочие причиндалы. Так. Семена лилии края. А где... А, их наверху посадил, что ли? Так, главное их... Мне их очень много понадобится. Так, иди сюда, семечко. Мне надо для глазей там от этих... Блин, выгоднее их повыбивать, честно скажу. Надо пойти, короче, туда... Зачистить тут данж. Йод. Точки. Удалить. Удалить. Надо вот тут построить какое-то укрытие, чтобы они вот тут спавнились. И убивать их. Хотя я тут, наверное, не тут был. Или тут. Тут вот эти. Угу. Я тут... А, ну так я ж тут умирал. А тут укрытие сделать. И там и фармить. Он вылазит его. Дын-дын-дын-дын. Но для этого надо броня хорошая. Хорошая броня. Хорошая броня. Это, наверное, вот это. Нет, вот это, вот это, вот это. Во. Во. Долговечный, хороший. Вот этот, этот. Тотемусы слабые. Ну, в принципе, я это могу себе позволить. Наверное. Штаны. Боевой шлем. Я штаны спалил, да? Нет, штаны у меня есть. Куртка и... 21. Так, мне надо это... Надо шапка. И надо куртка. Вот. Каждой этой фигне мне надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь, девять. Ты делайся у нас... Как он делается, этот металл. Это, наверное, тут. Магия там, по-моему, надо. Вот он. Четыре магии. А железа у меня два. Ладно. Идемте сделаем. Блин. Магия. Вон, есть магия. Спасибо. Так, этого хватает.
Блин. Так, 9 этого есть. Весь тон таун таумен таумен израсходовал. Это тут. Так, 2 золота, изумруд. 2 золота. Изумруд. Так. Кожа изумруд, кожа золота. И ботинки. Кожа золота. Кожа золота. Вот. Ну, по идее, все есть. Можешь попробовать сделать эту фигню. Насчет аспектов не уверен. 16, 24. Железо есть, магия есть. Опять этот тотемум 20. Ну, что-то можем сделать, в принципе. Она его что-то еще переделывается. Ее потом, ее потом шлем объединить, боевой шлем. Подождите, а у меня он... Нет, нет. Его потом боевой шлем можно, а это что, маску одеть? Это маска встроить боевой шлем, одевание такого шлема ослабляет эффект искажения, снижает их. Так, ясно. Блин, а как вернуться? Маска... Если эта маска может наложить эффект иссушения, используйте осторожно. Маска, вы можете отнять у врага немного здоровья и восстановить своего. Вот, это полезно. А это можно потом? Ну, очки мы сделаем, это еще 16. Так, я все взял. Все вроде бы взял. Ох ты ж. Ну ладно. Посмотрим, сколько у него там этого тотемуса. Я же ему там сжигал. Давай лезьте уже. 39 опыта к тому же. Его надо тратить. Так, сколько? 32. Магия. Еще там еще надо было. Металл. Везде одно и то же. Металлом. Вот он. Ну, там легкая. Так, тотема у нас сколько? 32. Сила. Металл, магия, этого не надо. Это надо. Магия, допустим, 2 надо тебе. Металлом 1. А это что? Потенция не надо. Так, что бы такого сделать плохого? Так, штаны, может, 5. Что там уж... А, там по ноже. По ноже. Самое слабое место у меня на данный момент 20. Ну, давайте по ноже. В принципе, мне это... Так, 3 травмы. 3 травмиума. Правильно, 3. Золото и золото. Золото и кожа. Так, любую палочку. Вообще должен на ура пройти. 29, 2. Стоять, что-то там очень много надо было. Фу, блин, 16. 16, 24. 16, 2. Ну, еще что-то сможем, сколько там останется. 12. 24, 16. Чуть-чуть не хватает на морду. 20. Давай мне штаны, супер. Вот это эти вообще не темные поножи.
непрокачанные. Вот, штаны. Защита 6. Мы их сейчас зачаруем. Ой, зря, конечно, это делаю, но... Защита, восстановление. Восстановление, это вообще хорошо. Вечные. Так, сколько у тебя... А у тебя брони нету? Офигеть. У кожи есть. Так, у меня вот этого чуть-чуть не хватает, чтобы морду сделать. А вот еще же есть. Во, а может еще есть? А если найду? Хватает. Это 12. 14. Тогда делаем морду. А морда у нас делается... морда лица у нас делается из изумруд. Стоять, повторить. 2, 2, 1. Так. 2, 2. 2, 2. Подожди, 16 надо. Не, не сделаю. 20. Чуть не запустил процесс. Изумруд. Ну, изумруд сюда. Мне надо 16, мне 14, да? Ну, в принципе, не проблема. Сейчас сделаем. Тотемус. Это что такое банка эссенции потенция? Гаш. В смысле? Гаш. А я переплавился, да? Нет, тут нету этого, что мне надо было. Броня. Ладно, вот эту броню по ноже не надо. Нагрудник 6. Мне надо броня. У меня 4, 2 брони это минимум. Или свинец лучше. 1. А тут нет ничего с броней. Ну, это дорого. Дорого. Так, тут железо и это. Кожа. Вот с этим. Ну, какая-то не, ну, нету. Ладно. Раз, два, три, четыре. Кожи сожгем. Уж морду сделаю, а остальное там пойду повоюю, может, мне понадают чего-нибудь. Так, так, на тебе 4 кожи. Не, пожалуйста, тотемуса добавь. О, как раз пошел. Пора останавливать исследование. Давай. Вот она. Или еще где-то есть. Порядок надо навести. Так, сову вон сюда перелить. Все? А куда ты кожу дел? Вода. А, ты сейчас броню взял, да? Вон броня, ну. Идиот, лей сюда. На. Ну вылей. 6. Это ты можешь уже не хочешь выкидывать. Так, отдай. Все, теперь у меня хватает. Так, и 16 же, 6 и 12. То есть хватает с плюсом у меня.
Сколько надо магии? 16. О, может, магии не хватит? Ё-моё. Магия. Нет. Нет. Я с магией профукался. Магии не хватает. Ёперный театр. Чувак, срочно магия нужна. Ёперная. Опять. Бонзай. Магия нужна. Дайте магию. Магию срочно. Быстро. Он там сейчас начнет нестабильность послать. На тебе баночек, только магию давай быстрее. Я не знаю, сколько там ей не хватает. Сколько тебе не хватает? Один. Сейчас, сейчас принесу. Ну, сливай, чувак, давай быстрее, блин. Во, магия одна. Ну, давай слей. Быстро. Пять. Во, несу, несу, несу. Пожалуйста. Все, пошло дело. Чуть не запорол все дело. Хорошо, что слабое. Было бы сильно, это все хана было. Так. Морда лица есть. Защита 3. Защита 2. Огнеупорность, прочность. Блин, надо это делать. Вот эту вот штуку. Ее сложно там делать. Магии до хрена. Такая-то есть. Обсидиановая снова. Снова найдем. Столб. Есть, по-моему. Столбы должны сделаны из обсидиана тотем высотой от 2 до 16. Находится нитр. Энергия тока т-т-т. Ё-моё. Зачарование. Вот. Ладно. Мы пока вот такие штаны. Пока что вот так вот выглядим. А сапоги улучшить нельзя? Нет. Ладно, вернем как было. Вернем как было. Это я сделаю. И это переделаю. Вот этот. Короче, сделаю full set костюма. Базовый шлем и нагрудник. Да? Угу. А этот встроить никуда нельзя. А этот нельзя положить сюда куда-нибудь. Какой-то плащ можно использовать, что ли? Уровень 9, 10, 12, 10, ожидания. Снижение виса. Пациенты. Ага. Сюда не лезет, только вот сюда можно положить. Ну, это такое себе удовольствие. А этот боевой шлем мне надо объединить с... Ух ты. Пирамидал Хелмет. И что это такое? Не знаю, что это такое, но красиво выглядит. Ну, вот этот, давай еще черануть хорошо. Вообще было бы. И бонзай. Ботинки починим. Ладно. Вот, ну ладно, на сих тогда точно все. Так, это на этот, наверное, да? Золото это и 4. Ну, осталось нагрудник мне сделать, да? И... Ах, нагрудник.
Невесомость 4. Блин, это снимать за зачарование, не помню. Можно, нельзя как-то. Ладно. Встретимся в следующей серии. С вами был Альвинос и СОС. Всем пока.